Ну, надо ей замутить покушать тогда. Тихо-тихо, не топи ее. А как она выглядит? Это вот она такая Ну, небольшая? вот она Да, вот, такая она вот с маленькая. ладонь, наверное, где-то. Смотри, клюв такой с Она только бугорком. что пила, прямо купалась в Ну, я водичке. видел, да. Да. Ну, Ну, сейчас уже не отпусти ее. хочет. Как Ну, отпустить? сейчас тут кипиш будет. Конечно. Я могу отпустить. Но я боюсь Так слишком ты ее замкнутая в она. ванне оставь. Тут наши. Убери-ка зубные щетки, Юля. Ну, давай, давай. Тут будет очень весело вообще. Да. Ты ее в раковину Ну, хочешь? да, вот так. Давай. Вот она. Вот такая. Это Ой, это птенец. птенец чайки. Это не Это чайка. птенец чайки. Смотри, она с такими лапчатыми лапами. Так у чайки есть лапчатые лапы? Это птенец чайки. Так они за ней прилетали, что Я ли? думаю, что Хорошо, они как он попал на корабль, если он не умеет летать? отложили гнездо, сделали здесь, прямо на корабле. Может, у нас соседний свет пустой? Ну, ты будешь пить что-нибудь? Налей в эту в эту фигню. раковину. Да, вот. Не, он, конечно, тупит. Не хочется трогать. В принципе, он не страшный, но трогать не хочется, потому что все-таки они переносят всякие Да. болячечки. Он совершенно не агрессивный. Вон он такой сидит, птенчик. Так а что он жрал тут? А где он под кроватью сидел? Я думаю, Это он ты под его нашла, кроватью. да? Он Ты вышел нашла, из-под я вышла кровати. вот здесь, и он сидит Он рядом. все, не, я уверен, что он все это время там сидел, тихо, спокойно. И он сейчас очень слабенький. Хочет кушать и пить. Столько дней. Ты думаешь, прям все время? Ну а как же? Мы же оставляли балкон от котика. Ну и что нам с ним делать? Ну, на балкон посадить. Он оттуда Мы никуда не можем, улетит, конечно, если он не позвонить летает. в рум-сервис, сказать, что к нам попал Тихо, птенец тихо, тихо, чайки. тихо. Мы не уверены, это чайка или не чайка. Это чайка, 100%. Просто не меняют опять. Ну, жалко. Даже если мы им его отдадим, они же, наверное, Они его съедят, его да. выкинут. Они выкинут В просто в море, город. да. Ну так посадите его на балкон. И что? И что? А ну давай возьмем его домой и усыновим. Ты его сейчас через границу понесешь. Живность. Нельзя. Тебе скажут контрабандный птенец. Да, тут граница точно через. Иди в халате за хлебом. Да, давайте кормить птенца хотя бы. Он хочет кушать. А чем ты его будешь кормить? Размоченным Ты же, рыбочкой. Юля, сказала, хлебом их кормить нельзя. Это рыбок нельзя. Слушай, мы ему размочим хлебушек, и он его будет кушать. Ну а дальше что? Ну а дальше уже мы его Так что ты оставим. хочешь, давай сейчас ему в унитаз и замочим? Посмотрите на это предложение. Отпечатлите сами. А может мы ему нальем воды, он здесь плавать будет? Я предлагаю покормить. А он говорит, а дальше что? Посередине океана он будет плавать. Сейчас здесь Юля. Вот мы и нет, выясним, зачем что? Ему перепончатые лапы. Вот сейчас у нас тут... Они правда... Слушай, у него что-то с этими скрытыми. Намочились перья. Намочились перья. Если он чайка, то он должен слетать. Вдруг он не чайка. Он чайка, у него перепончатый. Значит, он топлив нахер. Ты ему только горячей воды не включи, а то он сварится. Он водоплавающий, он чайка. Он не хочет плавать, посмотри на него. Он просто может Он не хочет плавать. Никогда. Он не хочет плавать. Посмотри, он сопротивляется. Это не чайка. Это чайка, посмотри на его крылья. Посмотри на его желание выйти от этой воды. Тише, это летучий мышь. Это не летучий мышь, это летучий мышь. Все, я заканчиваю нашу садистскую киносъемку.